Добрый день, говорит, показывает Юрич, Комсомольск на Амуре. Вот видите, последствия уборки двух этих снегопадов. Какие кучи вон. Одна из центральных улиц, проспект Первостроителей. Это я в самом ее начале. Это Роснефтевская отмывалова, там где кран стоит уже четвертый год. Вырубили сквер и делают вид, что что-то строят. На самом деле просто отмывало. Ну вот здесь отшкребли до асфальта. Единственное, на улицу нагребли вот таких вот куч. Вот видите, вровень почти. Провода еще метра 3,5 и уже. Вот такая у нас веселая зима, короче. И она только-только набирает ход. Сегодня тридцатник ночью был, сейчас где-то 22, вот нормально. За рулем вроде не женщина. Ну, вмял он. Ладно, руки замерзают. Телефон тоже замерзает, поэтому я слезаю и иду дальше, короче, гулять. Надеюсь, сегодня не заминировали хлебный. Но, как сказать, может и заминировали. Сейчас проверим. Ой, какой он сидит. Не обращают внимания. Причем вот их семейка целая снегирей. Ну, удивительно. Поменялись кусты. Позируют. Тут вообще шикарно. Вот, смотрит. Не захотел позировать. Красненький такой. Ну вот что-то интересное снял. Не все же. Хлебушка купил. Снегирей сфотографировал. Извиняюсь за резкость. На морозе она не наводится. Вон он такой. Это вообще он сел в сугроб. Может кинуть им чуть-чуть, не знаю. Ну это же привычки нет.